Здравствуйте, меня зовут Юля. Приглашаем вас посмотреть это видео. Я работаю в Аншенской аналоговой технологии, несу ответственность на российский рынок. Мы самостоятельно исследуем и производим TEC-контроллер, TEC-охладители, раздельный драйвер, индуктор-комплекты, светодиодные связанные продукты и так далее. Продукция в основном используется в отрасли водоэлектричества. Теперь я покажу вам продукцию. Смотрите, пожалуйста. Теперь я представлю вам термоэлектрических модулей номер ATE-1TC-199. Он состоит из 199 бар Бельсия. Его максимальное напряжение 27,4 вольта. Максимальный ток 30 ампер. Максимальная температура достигает 200 градусов. Отселие термоэлектрических охладителей проектировано специально для систем горячей и холодной циркуляции. Его жизнь гораздо длительнее, чем стандартного модуля. Когда регулировать температуру, коммутирующаяся скорость высокая, диапазон температуры высокий, точность и стабильность высока. Отселие термоэлектрических модулей популярно используется в области горячей и холодной системы сквозообращения, как испытатели, охладители, PCR-анализаторы и так далее. Если вас интересует наша продукция, перейдите к нашему сайту, пожалуйста. У нас есть два сайта. Первый www.analogtechnologies.com.au. Второй www.analogti.com. Вам тоже позвонить мне в любое время. 86-180-4533-7355. До свидания!